Так, парни, всем здорово. Сегодня у нас воскресенье, 10 апреля. Ситуация какая? Сегодня по плану у меня еду сейчас к официальному дилеру, мне будут менять диски по гарантии. Вчера позвонили, ну в пятницу позвонили, диски пришли, все, сейчас они их поменяют. Заодно приеду, сразу сверю маркировку, потому что по дискам полазил, посмотрел, пока ничего не заметил, как вообще какое-то писание, чтобы было. Думаю, то, что может быть с внутренней стороны это есть. То есть проверю, назову, посмотрю, скажу, посмотрите, может быть у вас такие же диски той же самой серии. Также сегодня хотел заехать купить себе насадки и их сразу же наварить. Но кое-что меня выбило из колеи. Я вам сейчас покажу, что. Помните, я вам говорил то, что стеклышком засверлили. Вот прямо отсюда и вот она ушла. Здесь сейчас опять засверлили, чтобы она дальше не расходилась. Но в итоге, короче, пару дней я поездил, сначала все было нормально. Потом, как она дала, стрелу так называют. Поэтому буду менять. А у официального дилера стоит замена стекол, стекла лобового. 33 тысячи стекло, плюс 6 тысяч рублей замена. Вот. Я, короче, буду ставить у своих парней за 9 тысяч рублей за все. То есть они мне за стекло, с установкой, замены, с гарантией, все то же самое. С датчиком дождя, то есть все без проблем ставят. Сразу же она будет идти по периметру с прорезиненной штучкой внутри. Так что проблем, в принципе, не будет. Ну и самое главное, что вот пацаны здесь под боком, если что-то случится, то есть я сразу к ним, пусть смотрят. Поэтому насадки переносятся, я думаю, либо на следующие выходные, либо на позу следующие, потому что, ну, блядь, просто на ровном месте сейчас 9 косарей нужно отвалить. Диски у нас вот в таком состоянии, да? Вот. Это, как бы, можно сказать, еще самое нормальное. Самый нормальный диск, самый живучий. Во, сзади, а? Все, что черное, это все облезшее. То есть вот она, да, блестяшка, которая должна была остаться. Вот. Так что вот такая херня с колесами. Ну, короче, они облезли все, просто все по кругу, все в мясо. То есть ни одного диска нормального не осталось. Поэтому сейчас я поеду к официалу, пусть все меняет. Записан я на 6 часов, напад пораньше, пока туда, пока сюда. В общем, оставайтесь на связи, сейчас будем продолжать эфир. Эфир будет продолжаться. Всем здорово, сегодня у нас уже понедельник, 11 апреля, время 6 часов 20 минут вечера. Суть в чем, все диски поменяли, я вам сейчас все это покажу. Просто на улице очень сильный ветер, настолько сильный, что даже микрофон мой не справляется. Я вот его прячу сюда, но все равно, то есть продувает настолько сильно, что шум стоит. Я немного хочу остановиться на замене лобового стекла. По замене я вот только что созвонился, договорился на среду на 9 утра. То есть утром в 9 утра сдаю машину. Сдавать я ее буду в 5 километрах от меня. Вот я сейчас где нахожусь на стоянке, я ее отвожу, сдаю, у меня в течение какого-то времени они меняют стекло. Я приезжаю, забираю машину, аккуратненько докатываю к себе на стоянку, здесь оставляю. И, соответственно, машина у меня постоит, ну, минимум сутки. То есть, может быть, даже пару дней постоит. Посмотрим. Поезжу пока на Ниссане. Вот. За замену с лобовым стеклом, то есть стекло плюс замена, мне обошлось это все в 9000 рублей. Кто-то скажет, что это дорого. С одной стороны, может быть, вы и правы, и в Москве в местах можно найти, в некоторых, там даже на МКАДе, я вот звонил, где я раньше менял лобовые стекла, там за ту же самую процедуру и, в принципе, за то же самое стекло, я, конечно, не уточнял, но сказали, что Китай по качеству примерно, по описаниям, короче, примерно то же самое. 7000 рублей. 7000 рублей. Казалось бы, двушку можно сэкономить смело, но я нахожусь сейчас в областном городке, работаю вообще в областном городке. Ехать до Москвы мне 100 километров. То есть 100 километров туда, 100 километров обратно, это по бензину, я просто прикинул, это уже примерно 600 рублей. То есть там я, да, оставляю машину, иду гулять, оставлю я ее примерно часа на 2. То есть что я буду 2 часа делать? По-любому я где-то попью кофе, съем какую-то булочку. Это просто по минималке, это уже еще плюс 500 рублей. То есть 1100 обойдется. Далее, час езды туда, 2 часа там. Обратно ехать надо будет не больше, чем 90 км в час. То есть обратно катиться я буду еще часа, наверное, полтора, а то и два. Аккуратненько докачусь, поставлю. То есть это полдня я просто убью, полдня или там вечер целый убью на то, чтобы вот машину туда-сюда свозить. И таким образом, грубо, я сэкономлю, может быть, рублей 900. И то, это еще вопрос, сэкономлю ли я что-то или нет. А здесь я вот
5 минут я отогнал машину, 5 минут я ее привез обратно. Люди здесь все под боком. Если вдруг какой-то косяк после установки произойдет, понятное дело, мне будет проще к ним поехать, обратиться. Поэтому в этой ситуации я вам также просто на самом деле рекомендую, когда вы вот вдруг у кого-то возникнет такая ситуация, что надо будет менять стекло, то, соответственно, посмотрите, что поближе. Не там... Самые важные косяки, которые бывают со стеклами, с дешевыми, я уточнил, их не будет. А именно, иногда по периметру стекла, вот если вам показать, вот в нижней части, в верхней части бывает идет искажение. Когда стекло дешевое, оно, если взять как очки домашние, тут дома, если у вас носят очки, возьмите, просто посмотрите, то все будет размыто. И вот когда пригинаешься, оно бывает так же, вот искажение идет. Я у них уточнил, такого косяка точно не будет. Вот, поэтому стекло будем менять. Следовательно, исходя из того, что сейчас я буду менять это чертово стекло, по-другому его не назовешь, который просто на ровном месте ехал, бац, тебе, на тебе, 9 косарей попало. Вот просто, вот как так? Неприятно. А бузеры, эти насадки, я откладываю на следующую неделю, либо на позаследующую неделю. Я нашел цены примерно 4000-6000 рублей, вот такой диапазон. То есть, где как. Понятное дело, буду искать, выбирать более низкую цену. Ну и, соответственно, чтобы по качеству они были одинаковые. Потому что заехал к одним ребятам, где я заказывал, да, я вам говорил в одном видео, в последнем, что я уже заказал их. Я заказал их, как бы они мне положили их в резерв, я приезжаю, начал их смотреть. Там такое дерьмо, я их просто взял, они все проваренные, переваренные. То есть их прям видно, такое ощущение, как будто их просто собрали, слепили там из остатков, из отходов. Вот что-то делали, остались там какие-то отходы, они взяли, сделали эти насадки. То есть швы видно, все какое-то корявое. Я подумал, думаю, это, наверное, ненормально. И поэтому сейчас еще дальше. Кстати, вам всем огромное спасибо, тоже подсказывайте, кидайте ссылки. Многие вещи я уже нашел, то есть буквально вот сейчас пару сайтов, я между ними определяюсь, где они будут в наличии, где мне будет удобнее их забрать. Вот, обязательно вам об этом расскажу, скажу, где купил, назову цену, но ставить буду по-любому в другом месте. Потому что вот у меня здесь есть опять также при мне небольшой автосервис, нормальный, который давно работает, они мне назвали цену, ну 1500, говорит, это потолок. А так, говорит, еще вообще в рубасик можно будет уложиться, за две насадки просто наварить их. А в Москве, когда я смотрел, они мне называли 2000, но как выяснилось, 2000 это за одну насадку. То есть за две насадки это уже 4, там, ну скидка, ну ладно, 3500. То есть вопрос опять же, да? Вот. Поэтому этот вопрос будем решать, будем разбираться. Так, пойдем покажу вам диски. Свои новые, тюнинговые диски. Кстати, я когда забирал, приехал, они там ко мне так прям относились. Они уже знают то, что я на канал видео снимаю, то, что я там рассказываю, где что делаю. Дмитрий, мы прокачали ваш автомобиль, пожалуйста, все там мне смазали, вот эту вот штуку, про которую я говорил. То есть она у меня теперь открывается такая, как по маслу. В общем, на ощупь гораздо стало приятнее и аккуратнее открываться. До этого она прям такая сухая ходила. Значит, ну все, дисочки новые полностью. То есть, если посмотреть, вот я вчера их поставил, ну 180 прошел, нормально все стоит, то есть не болтало. Ну я к тому, то что поставили, все нормально, балансировка нормальная. Вот по маркировке, ну вот единственное, что появилось, я просто что-то смотрел на тех, не было ни хрена КВА, я так думаю, это KBA 49 214. Ну и соответственно все они графитовый цвет, все то же самое, все что было. Сейчас они, конечно, грязноватые. Ну вот когда прям только поставили, я их выкатил вечером из салона. Просто темно было, не стал снимать. Смотрел, все, конечно, круто. Опять же, я ему задал вопрос, то есть говорю, как, пацаны, вот убедиться-то, не то же самое ли вы мне ставите, что облезет там сейчас есть какое-то время. Они сказали, ну мы это сказать точно не можем, мы не знаем, это надо там заморачиваться, смотреть. Короче, не хотят заморачиваться, но сказали одно, смысл тебе заморачиваться, если вдруг оно все облезет, то мы тебе, понятное дело, опять все поменяем. Что касаемо насадок. Ну, я думаю, возьму круглые. Парни, возьму, наверное, круглые 99% из 100, что это 100% будут они. И будут они сотового диаметра, там что-то 101. Я смотрел, тут в комментарии скинул. Неплохая тема. Также тут с Маратом встречался. Закупил у него себе фильтр на лето. Попробовать. Просто он писал то, что говорит, типа, крутая тема, возьми, попробуй, не пожалеешь. 1380 рублей обозначил цену. Якобы они гораздо круче, чем обычные оригинальные фильтры идут. Будем проверять, будем смотреть. Я вот себе на выходных поставлю. Просто сейчас неохота ничего колупаться. Хотя менять там 3 минуты его, этот фильтр. Может, и сейчас поставлю, не знаю. Суть в чем. Пока сказать за него ничего не могу.
Но уже там какие-то есть пара положительных комментариев. Поездим, то есть через месяцочек я вам, соответственно, скажу. Он тут очищает, что-то еще делает. Не принимайте за рекламу, потому что никого я не призываю его покупать. Соответственно, хотите, берите, не хотите, не берите. Вся информация по этой продукции вон в нашей группе в описании. Ссылку я обычно кидаю. То есть туда зайдете, посмотрите, понравится, заинтересуйтесь. Знаете, не надо, не надо, как хотите. И ссылку, кстати, кину в описании, как вообще фильтры менять. Вот, следующим видосом однозначно будем снимать сейчас погоду. Будет нормально, солнечно, без ветра. Про косяки по машине. То есть косяки есть, есть на что пожаловаться, поэтому вот про все минусы расскажу. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропадайте, не покидайте меня. Оставайтесь со мной, ставьте лайки. Всем пока!